Что делать, если в каждом доме открывается не по одному ломбарды и закрываются дворовые клубы? Если народ закабален кредитами и микрозаймами? Что делать, если сыну или дочери приходится отрабатывать бесплатный грант после обучения в вузе? Что делать, если боишься, что сын не вернется из армии живым и здоровым? Что делать, если отбирают бизнес, дело твоей жизни? Что делать, если на операцию денег нет? Что делать, если в тюрьме близкий подвергается пыткам и вымогательствам? Что делать, если больше нет пастбищ, пасти скот и косить сено? Что делать, если у сына или дочери с дипломом нет работы? Что делать, если видишь предательство интересов страны? «23 октября в 12 часов по местному времени мы призываем выйти на митинг. Алга, Казахстан».